Казалось бы, школьный выпускной – классика жанра. И все же у каждого он свой, особенный, таким и запомнится на всю жизнь. Волнения, переживания, мечты и, конечно же, планы. Школа для меня – это был огромный путь, который мы преодолели очень большой дружной командой, учителя, ребята. И это были самые незабываемые эмоции, потому что это были уроки и перемены, двойки и пятерки, победы и падения. И все было классно. Я надеюсь поступить в высшее заведение, в медицинский университет. Надеюсь, что у меня все получится. Поступить в университет и пойти одновременно работать и уже обеспечивать себя самой. Какая бы ни была школа, городская или сельская, большая или маленькая, каждый выпуск обязательно оставит след в памяти педагогов. Каждый выпуск – это частичка моего сердца, потому что в каждого в него вкладываешь то, что он дальше понесет с собой. Для меня они как мои родные дети. И для любого директора остается память, своя память о каждом выпуске. Она неповторимая, она не одинаковая. На выпускном вечере, который администрация Ленинского округа организовала для ребят во Дворце спорта «Видное», вручили аттестаты и медали отличившимся в учебе выпускникам. Не все еще на тот момент знали результаты своих экзаменов, но все же итоги в 2022 году не могут не радовать. Сегодня 11 классов закончили и получили аттестат о среднем общем образовании 949 выпускников. Это внушительная цифра. Мы с каждым годом прирастаем количеством выпускников. А если говорить о значимых результатах, то среди них 75 претендентов на медаль, на получение аттестата с отличием. 9 ребят сдали единый госэкзамен на 100 баллов. Среди них выпускница Видновской школы номер 1 Елизавета Белоус стала мультистубальницей, получив высшие результаты по русскому языку и истории. Всех виновников праздника поздравила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Пусть дальше каждый следующий этап будет счастливым, успешным. И будьте здоровы, ребята. А мы за вас будем радоваться. Будем смотреть и будем понимать, что все, что вложено в ваши сердца и в ваши головы педагогами школьного этапа, все востребовано, все ведет вас в светлую, счастливую завтрашнюю жизнь. По традиции выпускники подготовили прощальный танец, в котором отразился тот самый переходный момент от детства к взрослой жизни. Теплые слова поздравления, улыбки друзей и праздничный салют – это навсегда останется в фотографиях, видеороликах и в памяти каждого, кто уже завтра отправится покорять новые вершины знаний. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.